4 дня в Чувашии находилась глава российского императорского дома, великая княгиня Мария Романова. К нам великая княгиня прибыла из Нижнего Новгорода, где отмечалось 400-летие победы над Смутой. В Чебоксарах у Марии Владимировны была насыщенная программа. Отчет о пребывании царственной особы в нашем специальном репортаже. До революции особой императорской крови не часто посещали Чувашию. Доподлинно известно, что проездом здесь были Екатерина II и Павел I. Нынешняя же глава российского императорского дома, ее императорское высочество, великая княгиня Мария Владимировна, во время своих приездов в Россию непременно приезжает в республику. В выходные в Парке Победы ее встречали по-особому. В карауле – кадеты. После возложения цветов к вечному огню она подарила ребятам фотографии со своим автографом и пожелала быть настоящими патриотами. Никогда не забывали, что будущая Россия будет в ваших руках. И никогда не надо опозориться. Так что, чтобы ваши внуки тоже гордились вами. За несколько дней до визита княгини в прессе писали, что Мария Владимировна приезжает в Чебоксары во второй раз. Оказалось, что с республикой глава императорского дома познакомилась еще в начале 90-х годов. В то время она побывала во многих провинциальных городах. Уезжая, княгиня обещала вернуться в Россию снова. В этот раз она попыталась более предметно изучить культуру и святыни Чувашского края. «Это очень важный визит», – отметил на встрече с Марией Романовой глава региона. Они говорили о том, насколько важно сохранять и приумножать духовные и нравственные ценности. Мы, как национальные республики, имеем свои особенности. Хотя вы знаете, но я хочу это подчеркнуть, с учетом глобализации в мире, с учетом происходящих интеграций, практически 128 национальностей проживает на нашей республике, 8 этнических групп. Уважение к другим в человеке необходимо воспитывать с ранних лет. От этих, казалось бы, и прописных истин зависит будущее страны, отметила княгиня. Важно, чтобы мы все определили, чем каждый должен заботиться на благо общего дела, чтобы мы могли передать все самое лучшее следующим и строить будущее, светлое будущее для наших детей. На память о встрече не только совместные снимки. Мария Владимировна вручила главе республики две медали в честь юбилея народного подвига 400-летия дома Романовых. Еще одна награда от великой княгини – орден Святой Анны, который был провозглашен в честь дочери Петра I. Этот знак является одной из почетных наград императорского дома. А воскресным утром великая княгиня приехала на службу в Введенский собор столицы Чувашии. Здесь митрополит Варнава отслужил за упокоенную по царям российским. Яко-то Господь Бог, ученик души их, и те же праведни упокояются. Митрополитом Чувашии великая княгиня встречалась и во время предыдущих визитов. Мария Владимировна отметила его заслуги в развитии православной культуры и вручила уже знакомый орден Святой Анны. Во время нынешнего визита в Чувашию Мария Владимировна решила посетить и мечеть Булгар. По словам муфтия Москвы и Центрального региона, председателя Духовного управления мусульман Чувашии Альбира Карганова, мусульмане всегда считали себя верноподданными российского императорского дома. 400 лет назад татарские князья подписали воззвание о приходе на престол Михаила Романова. Многие конфессии, которые в России были, несмотря на разные эпизоды истории, тем не менее, находили общий диалог. Ведь в царской России, мы знаем, действовало более 7 тысяч мечетей. По завершении своего визита великая княгиня встретилась с общественностью города. Руководитель канцелярии Александр Закатов рассказал, что российский императорский дом считает 400-летие дома Романовых не семейным праздником, а общероссийским торжеством. Благодаря этому событию в России прекратилась смута. Мария Владимировна считает, что только любовь и вера должны быть основой любых отношений. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Республика.